Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. С 2017 года я сделал достаточно много видео о компаниях Questro World и Agam. И время от времени провожу трансляции на эту тему. Я знаю, что среди инвесторов компании Agam есть много тех, кто говорит на русском жестовом языке. И поскольку в своих видео я многое объясняю голосом, я понимаю, что для говорящих на русском жестовом языке многое остается непонятно. И мы решили организовать специальную встречу для говорящих на русском жестовом языке в это воскресенье в 20 часов по московскому времени. На этой встрече будет перевод на русский жестовый язык. Мы создали специальный телеграм-чат для говорящих на русском жестовом языке. Вы можете добавиться в этот чат. И ссылку на вебинарную комнату мы выложим в воскресенье, чтобы вы могли присутствовать на этой встрече на русском жестовом языке. Всем привет, это Денис. И в это воскресенье, 2 февраля, в 20:00 по московскому времени, будет проводиться вебинар мой совместный с Андреем Жариковым. Там мы будем говорить про фирму Questro World. То есть, как мы помним, полтора года назад, в августе 2017 года, прекратились выплаты. То есть, и у людей все еще вопросы. Будем все это обсуждать. Андрей Жариков будет спикером для слышащей аудитории. Я буду спикером для глухих. Переводить все на русский жестовый язык. Так что добро пожаловать в мой телеграм-канал. Там я дам ссылку на Zoom-трансляцию. Жду вас. Всем пока. Global Star Club. Возможности безграничны.